Молодь Гродзенщини долучилася до республіканської доброчинної акції «Одноуління святинь Білорусі». У її рамках волонтери руху «Добре серце» вийшли на доброупорядковані території православного храма святого Афанасія Брестського у Гродні. У отрядах «Доброго серця» Гродзенщини каля 5 000 волонтерів. У рамках республіканської акції «Одноуління святинь Білорусі» вони будуть працювати для більш ніж 20 храмів. У год народного одинства основний посил ініціативи – нас об'єднує наша історія і віра. У рамках акції у мікрорайон Зариці накерувалися учні з 35-ї школи Гродна, де тим часом продовжується узведення православного храму святого Афанасія Брестського. Періодично ми проводимо при нашем строящемся храме такие рабочие дни, куда приглашаем потрудиться молодых людей из разных учебных заведений, школьников, студентов. Даем им возможность вложить свою лепту, свой кирпичик, свое старание, свое время в строительство церкви. Акрамя усяго, волонтерів запросили внутрь храма. Особливое уражение засталося у школьников от церковного звона, до якого они смогли докрануться. Еще молодые люди написали свои имена на цехле, якую потом будут использовать под час узведения этой церкви. По завершении працовной смены школьники смогли согреться чаем и у неформальной обстановке задать свои питания святару. До слова, акция «Одноуления святыни Беларуси» продолжится тягом лета. Мне очень нравится волонтерская деятельность, нравится со своими друзьями помогать людям. Вот сейчас мы проводим работы в монастыре, как бы мы красим заборы, прибираемся, и мы видим, что людям приятно, когда мы им помогаем. Я как член волонтерского отряда «Доброе сердце» и активный член БРСМ считаю, что эта работа помогает приобщиться к труду и почувствовать себя полезным. Дальше у нас планируется второй этап, это как раз районные и областные мероприятия, которые будут проходить с 1 апреля по 15 сентября. Ну и планируется все завершить 21 сентября в Минске уже такой большой трудовой акцией республиканской.